spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлено удилище от достаточно известной и популярной компании Айка. Это линейка под названием «Циклон». Серия заявлена производителем как универсальная и обеспечит комфортную ловлю на воблеры, различные блесны, а также джиг. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 210М. Линейка «Циклон» на данный момент включает в себя всего две модели, но они обе относятся к классу «Медиум». Так что перед нами имеет длину 210 см с тестом от 5 до 24 граммов. Вторая модификация в размере 240 см обозначена как 240М и рассчитана под приманки весом от 6 до 25 граммов. Кстати, все необходимые характеристики отображены в районе комля. Здесь же указан тест в ребрах по рекомендуемой леске. Бланк изготовлен из карбона АМ7, является двухчастным и имеет штекерное соединение колен типа put-over. Строй не указан, но его можно охарактеризовать как regular fast, то есть среднебыстрый. Вершинка полая, тубуляр тип. Серия оснащается облегченными кольцами с внутренними вставками из карбида кремния. Такая фурнитура позволяет использовать лески любых видов – монофил, флюорокарбон или плетеные шнуры. Хук-кипер не предусмотрен. Как мы видим, здесь установлен классический винтовой катушкодержатель с нижним расположением прижимной гайки. Она обеспечивает надежную и крепкую фиксацию без инерционной катушки. Вес удилища, в зависимости от конкретной модели, составляет 140 или 158 граммов. Рукоять цельная. Она достаточно короткая, чтобы анимировать приманки любого вида, но в то же время ее длины хватает для упора в предплечье рыболова. При изготовлении применяется этилен винилоцетат, или сокращенно ЭВА. На торце расположена прорезиненная заглушка BudCap с логотипом производителя компании Айка. Для хранения и транспортировки спиннинг-циклон комплектуется плотным тканевым чехлом. Снаружи нанесен артикул данного экземпляра, его длина, а также два вида тестов. Это двухсекционный футляр с клапаном на текстильной застежке. В одном отделении размещается комлевая часть удилища, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.